ваше слово нет. Терзает душу, словно адский пламя. И разум, настойчивый совет, велит убрать с души сей тяжкий камень. Но знайте, где-то там, на небесах, в насмешку надо мной судили боги. Мне предпочесть жестокость ваших глаз, улыбка всех любовниц длинноногих. В Нью-Йорке осенью так холодно. Я бы с удовольствием выпила чашечку чаю. Чашку чаю? Да. Да без проблем, да. Только, понимаете, здесь совершенно не умеют готовить чай. На вид может быть чай, но на вкус совершенно непонятно что. А давайте я лучше покажу вам свою спальню. О, Серж, я бы с удовольствием посмотрела бы вашу спальню, хотя я уверена, что она точно такая же, как в моем номере. Но давайте не будем так спешить. Серж, а вы слышали, что объявили кризис? Кризис? О чем? Ну да, сейчас по радио сказали, что рухнули какие-то акции, рынки, и в Америке наступил кризис. Бедный дядя Яша. Если он раньше справлял свои дни рождения в шикарном ресторане, то сейчас он будет отмечать свои дни рождения красным карандашом в календаре. Так это и есть кризис? Это и есть кризис. Что за кризис? А, кризис жанра. А я давно говорила, этой стране нужен бурлеск. Ха, похоже, он уже наступил, Лили. Причем полный бурлеск. Кажется, я поняла. Грядет финансовая стабильность. Денег нет, не было и, похоже, что не будет. Ну как это, у нас-то они есть. Что? Хорошо, что я не поменяла их на доллары. Кому они теперь сейчас вообще нужны? Я бы, конечно, осталась тут, в Америке. Здесь сейчас начнется все самое интересное. Криминал, безработица, нелегальное спиртное! Но вам-то тут, конечно, больше нечего ловить. А я бы, конечно, хотела остаться с вами. А давайте все вместе рванем во Францию! Туда кризис не раньше, чем через год доберется. Так это значит, что мы еще успеем открыть свой собственный бурлеск-кабаре. Я еще успею стать звездой! А я все-таки стану вашим импрессарио!